Всем привет! С вами Стейси Джонсон, специальный корреспондент Max Factor на неделе моды в Москве. Я буду вести репортажи с бэкстейджа и знакомить вас с новинками косметики Max Factor сезона весна-лето 2017. Сегодня открытие, так что поехали! Хочу представить вам Веру Баратову, ключевого визажиста марки Max Factor на неделе моды в Москве. Вера, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какие тенденции вы использовали для макияжа Валентины Юдашкина? Ну, в этом показе была одна единственная тенденция – это акцент на красивую сияющую кожу. Какие средства вы использовали для создания этой красивой кожи? Ну, в первую очередь, это тональное средство Miracle Touch. Это то средство, которое мы давно ждали в нашем арсенале. Miracle Touch. Это кремовый продукт со слегка пудровым эффектом. Это все, что нам потребовалось для создания идеальной кожи. И Max Factor румяна номер 25 – это то, что придавало такой эффект свечения, сияющая кожа, песочного оттенка. В общем, все девушки будут выглядеть юно, свежо, блестяще и очень актуально, да? Да, очень женственные, юные, дерзкие девчонки в невероятно красивой одежде от нашего дизайнера. Спасибо, что провели этот день со мной. Подписывайтесь на канал Max Factor Russia, следите за нашими репортажами и скоро увидимся. Всем пока!